Всем здорово! Мне кажется, что на копейке лишняя деталь – это крыша. И сегодня мы будем делать из нее кабриолет. Со всех сторон подпилили. Теперь нужно небольшим молоточком подстучать. Нам уже лайки ставят прохожие. Ну вот и крыши нету. Крышу снесло. Теперь осталось немножечко доработать, чтобы было красивее. Вот тут поставили такую специальную резинку, чтобы если что, когда жопу не порвать. А какую жопу? Когда тормозишь, чтобы лбом вот так не удариться, не отрезать себе башку. А если я встану и вот так хочу постоять, то жопу не порезать. Ты что, жопой будешь вперед стоять? Да. Ну что, первый выезд на попейке в кабриолете. Очково. Давай! Машина! Теперь нужно из нее выкинуть мусор, потому что она с этим мусором выглядит, как будто машина бомжей. Это и так машина бомжей. Нет, это очень крутой кабриолет. Это круто, это машина мажора. Снимаем реакцию людей на копейку без крыши. Что, проедем? Давай! Попейка кабриолет готова, а в следующей части я буду ее красить, делать тюнинг и приводить эту машину в полный порядок. Скоро увидимся!